Политика, безопасность, повышение заработных плат, строительство инфраструктуры, пенсионное обеспечение – вопросы, которые беспокоят общество. Президент республики подвел итоги года. Руководство республики делает все возможное, чтобы обезопасить своих граждан, заверил глава государства, касаясь проблемы выставленного грузинской полицией блокпоста в районе села Цнелис. Республика Южная Осетия оставляет за собой право любых действий, которые будут направлены на обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия. На сегодняшний день, что касается ВИСТа, населенный пункт и население полностью в безопасности. И решение самой проблемы вот этого поста грузинского мы намерены решать все-таки политическим путем. Политическим путем. Значит, во время наших встреч с сопредседателем Женевских дискуссий этот вопрос стоял, стоит. И я думаю, что мы все-таки добьемся именно политического решения этой проблемы. Еще раз могу подчеркнуть, никакой на сегодняшней опасности для жителей ВИСТа, Знаурского района или в целом Республики Южная Осетия они не представляют. Факт нахождения на территории Южной Осетии, еще раз подчеркиваю, на территории Южной Осетии, он есть, об этом знают все, и европейские коллеги, и российские коллеги, и мы все это знаем, и мы все плотно работаем для того, чтобы этот вопрос исчерпать, и чтобы вот эту провокационную выходку со стороны Грузии как-то локализовать и решить. В 2020 году работникам бюджетной сферы будет повышена заработная плата. Размер увеличения пока обсуждается. Кроме того, готовится вся необходимая документация для повышения зарплат госслужащим. Особое место в развитии республики отводится реализации инвестиционной программы. В целом, выполнение работ по пунктам программы на хорошем уровне, но есть некоторые замечания к срокам выполнения работ, а также подготовке необходимой документации для передачи объектов эксплуатирующим организациям. Уже известно, что в рамках новой инвестиционной программы продолжится строительство жилья. Однако это не решит жилищную проблему. Актуальным остается вопрос ипотечного кредитования. Президент отметил, что этот вопрос прорабатывается. Уже в следующем году в рамках инвестиционной программы начнется строительство резервной линии электроснабжения. Она будет проведена через Рукский тоннель. Хочу сказать, что все проекты, они уже сделаны, все технические задания, значит, посчитаны финансовые средства, которые необходимы, чтобы эти работы проведены. Значит, техзадания на прохождение через туннель, которого добивались очень долго, практически последние 6-7 лет точно, добивались, чтобы дали техническое задание по прокладке вот этого силового кабеля, как ее называют, через туннель. Все это уже сделано, и мы как раз сейчас рассматриваем вопрос о выделении не менее 100 миллионов рублей на то, чтобы этот проект уже начал функционировать. Причем эти 100 миллионов мы планируем как раз выделить через инвестиционную программу, через деньги ВИС-программы. Остальные финансовые средства, я думаю, что будут изысканы и в Российской Федерации. Если у нас какие-то финансовые возможности будут, конечно, мы тоже будем включаться. Но работы, они должны начаться уже в следующем году. Вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих Министерства обороны, уволенных со службы по достижению пенсионного возраста, до сих пор не решен. Ранее президент поручил в кратчайшие сроки решить проблему. После моего распоряжения, значит, на сегодняшний день документы, которые необходимо было собрать и подать в Министерство обороны, вот эти документы собрали и подали около 37 человек. Из 100 с лишним человек. Более того, есть возможность, значит, обеспечить пенсиями военнослужащих именно в Российской Федерации. Тут в большей степени мы опять сталкиваемся с, может быть, определенной ленью, что ли, заниматься этими документами. Финансовые средства, которые необходимы были для того, чтобы обеспечить этих 100 с лишним человек, они есть, они выделены. Что касается
вот этих 37 человек, которые уже подготовили свои документы и как бы уже начали получать пенсию, вот для этих 37 человек уже с нового года выплатят пенсионное обеспечение за год предыдущий. То есть каждый из них получит к пенсии именно ту сумму, которую они должны были получить в течение этого года. Что касается других, которые еще не оформили, но мое поручение было не только там выдать пенсии, но и помочь с организацией, с подготовкой документов. Значит, Министерство обороны готово помочь и помогает и тем, которые собираются пенсию получать в Российской Федерации, и тем, которые собираются пенсии получить здесь, в Республике Южной Осетии. Южная Осетия будет добиваться возмещения украденных средств, выделенных Россией на восстановление республики после войны 2008 года. Возбуждены уголовные дела, осуждено ряд лиц. Работа будет продолжена. Президент коснулся и вопроса возмещения беспроцентных кредитов, выданных наблюдательным советом после войны 2008 года. Порядка 10 миллионов рублей уже возвращено в бюджет республики. Особое внимание президент уделил внешней политике. По словам главы государства, главное – добиться признания независимости Республики Южная Осетия большим количеством государств. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев, Алим Бетеев, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.